Дорогие друзья, здравствуйте. Вот заехал я в свой номер в отеле Grand Resort Limassol. И давайте с ним ознакомимся. Что может предложить? Вот. Достаточно хорошая пятерка на Кипре. Вот. Здесь это ключевое слово — на Кипре. Так, в план эвакуации. И вот такие вот не очень-то дизайнерские двери, за которыми скрывается шкаф. Вот. Ну, он просторный, это хорошо. Посмотрите. Вешалок, целая батарея. Здесь сейф электронный. Еще всевозможные для... Значит... обуви или еще для чего, значит, ячейки, лотки, зеркало, в общем-то, почти во всю стену, ванная, значит, фен, телефон, смотрите, биде поставили, это достаточно неожиданно, раковина, опять-таки, сделана под столешницу, принадлежности. Еще не смотрел, какие, ну, называются Ocean, вот, местные, наверное, скорее всего, или греческие. Вот, за этой шторкой, соответственно, сама ванная, душ, полотенце. Вот. Тут сгодится, как сделан. Кстати, душ еще один вмонтированные есть, то есть два душа. Решили они кардинально. Номер-то не очень большой. Вот. И я экономил на виде из окна. То есть у меня без выхода на море, потому что где-то порядка 8 тысяч благодаря этому удалось сэкономить. Вот эта вот дверь, она, если, например, взрослые с детьми, она позволяет сзади смежный похожий номер взять и ключом открывать дверь. Там разместить детей. Здесь место для сидения с ящиком, регулировка кондиционера, вот он тут работает. Здесь модуль по управлению светом, кровати, видите, они сдвоенные, что, наверное, не лучший вариант, как мне кажется. Кресло, картина, телевизор LG, диагональ, я думаю, 32 дюйма, принадлежности для приготовления чая, кофе, цветочек, тут вот что-то, сеть, видимо, какая-то. Так, сюда давайте заглянем. И если тут что, да, посмотрите, мини-бар или его намек на него тут здесь тоже есть. Вот. И закрывающийся на ключ холодильник. Ну, что только не придумают. Вот. Что еще можно куда заглянуть? Ну, вот, соответственно, вид из окна. Сейчас попробуем разобраться. Вот, попробуем выйти. Так, вот мы. У нас 5-й этаж. Здесь очень все хорошо сделано, на самом деле. Столик, два стульчика. И посмотрите вид на теннисный корт. И на, так скажем, фронт этого отеля. Видите, он вот как бы своим входом. Да, вход у него, понятное дело, не с моря, а с тыловой части. И вот такой вид открывается. Вид хороший, мне понравился. Вот. Все довольно-таки интересно, эстетично сделано.